Всем доброе утро, с вами я, Виктория Крокус. Сегодня у нас 28 июля, и я хотела бы снять для вас влог. Сегодня я получила зарплату, утром я проснулась с этим замечательным чувством, что мне пришла смс-ка, мне перечислили деньги. И сегодня я хочу поехать по магазинам, в Читай-город зайти, еще в какие-нибудь канцелярские, также думаю еще купить себе обувь какую-нибудь, поеду я одна, просто обожаю одна ходить по магазинам, потому что в основном я хожу по магазинам с своим парнем, он всегда меня торопит, говорит то, что давай быстрее, поэтому я поеду одна. Поеду я на маршрутке в этот раз и хочу вас с собой взять, показать, какие у нас канцелярские магазины и все такое. Сейчас собирала сумку и поняла просто, что мой кошелек весит полтонны, а все знаете почему? Потому что в нем просто куча мелочи, причем десяток, пятерок, целый кошелек мелочи. Я надеюсь, что я сейчас отдам это все в маршрутке. У нас проезд в маршрутках стоит 25-30 рублей. Обязательно, когда иду в магазины, я беру с собой пакет. Я ненавижу покупать пакеты, потому что они стоят от 3 до 5 рублей. Просто тратить на это деньги мне не хочется. В кошельке всегда лежат дисконтные карты, потому что ими я пользуюсь постоянно. Это от Читай-города, от офис-класса, продуктового магазина «Матрица», «Копилка», «Ветна», зоомагазин, возможно, и в него сегодня зайду, посмотрим. Также моя банковская карта. Я уже собралась, сейчас у нас 12, я буду выходить. Шарлотта думает, я пойду с ней гулять, но на самом деле, Шарлотта, не могу тебя взять в магазин. Все, давайте уже пойдем. Надеюсь, поснимаю что-нибудь в дороге и в магазинах. Я вышла из магазина, накупила кучу всего на 1500 рублей. Ждите видео о покупках. В этой стороне у нас Фикс Прайс, но я туда не хожу, потому что там продают всякое говно. Я пришла домой, время у нас 3 часа, я не потратила много денег, примерно где-то 2500, наверное, потому что я сейчас коплю на iPhone 6s, который выйдет в конце сентября. Но я думаю, что кто состоит в моей официальной группе, те уже знают, потому что я об этом писала, отвечала на вопрос. Буду я, кстати, брать розовый, сейчас я вам покажу какой. Вот такой вот телефон я планирую брать, розовенький, это, по-моему, розовое золото будет называться. Так что ждите, как всегда, по традиции буду снимать распаковку на свой канал в конце сентября и обзор. Также я зашла в KFC, не знаю зачем, потому что я уже 2 недели на правильном питании, много занимаюсь спортом, после вчерашних упражнений у меня жутко болят ноги, также сегодня еще находилась, но у меня и так, в принципе, нормальная фигура, я это делаю просто для здоровья, для настроения, поэтому позволяю себе там есть. Также очень много канцелярии купила, но это вы уже увидите в покупках, чтобы вам завтра не было скучно смотреть, завтра, я думаю, выложу покупки, и также некоторые штучки для Шарлотты.
Шарлотик, смотри, у меня сегодня зарплата была. Что я тебе купила? Это я вам не боюсь показывать, потому что все равно покупки из зоомагазина очень многие люди смотрят. Людям интересно. Вот. Поэтому сейчас вам показала, что я купила. Это я купила сегодня Шарлотте. Дома хорошая. Шарлотта, соскучилась? Соскучилась, да, моя, соскучилась. Ой, ты какая хорошая. Какая хорошая. Передай всем привет. А то давно меня просили показать Шарлотту, давно о ней не было видео. Уже, наверное, неделю, не знаю. Вот, с ней все хорошо. Она нюхает сейчас баранье легкое. Сегодня я выложу влог, наверное, завтра покупки. Все вам буду подробно рассказывать и показывать. И еще я сейчас жду звонок от Константина Игоревича. Это мой молодой человек. Просто меня в прошлом видео какая-то маленькая девочка попросила не говорить мой парень, типа, потому что я хвастаюсь. Но это глупо, но ладно. Я теперь буду говорить, значит, по имени. Пытаюсь ему дозвониться, потому что он на работе, трубку не берет. Вот, сейчас пойду пообедаю и дальше уже к вам вернусь, потому что влог получается коротенький. Сниму еще что-то. Шарлотик сейчас кушает баранье легкое. Ей очень нравится легкое. Баранье она ест в первый раз. Кстати, в Остине я купила такие вот носочки, стоили они 179 рублей, здесь такой красивый шпиц нарисован, похожий на Шарлотту, я не могла просто не взять эти носки, они очень крутые. Я сейчас сняла для вас покупки канцелярии, снимала почти что 50 минут, видео выйдет, наверное, минут на 10 примерно, обязательно смотрите его завтра. Это все, наверное, на этом я буду заканчивать свой влог, у нас время почти что 4 часа дня, надеюсь, он вам понравился. Если это так, ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал, ждите завтра видео о покупках канцелярии, я всех очень люблю, всем пока!